Окей, Элгайс, умешимки, и мы продолжаем пройти игру по названием Секира. Я все-таки узнал, почему у меня фрезы, из-за того, что у меня нагружается центральный процессор на 100%. Поэтому у нас и в Devil May Cry были лаги, и здесь у меня были лаги прошлые, вот, когда я начинал снимать только что вот эту серию. Я заметил, что там нагрузка 100% и все, ГГ. То есть мне нужно улучшать центральный процессор на больше гигов. Вы и правда вернулись? Из мертвых. Сила крови дракона. Не думала я, что увижу еще собственными глазами. Кто ты? Меня зовут Эмма. Я целитель, служу одному господину. Какому господину? Простите, но ради его безопасности я не могу разглашать его имя. Сам господин, однако же, приказал помогать вам любыми средствами. Я не жду, что вы доверитесь мне, но я должна выполнять приказания господина. Ваша фляга с лекарством, создала ее я. Ни хера себе. Я лекарь, и я буду вас лечить. Опа, я знаю, кого я буду флягу улучшать. А ты сделал эту флягу? Да, она предназначена господину Кура, но он, похоже, отдал ее вам. Вы, несомненно, заметили... Ладно, лекарство в этой фляге появляется само собой. Даже когда вы выпили ее до дна, запас скоро восстанавливается. Да. Можно ли как-то ее улучшить? Принесите мне семена тыквы. Семена тыквы? Да. Лекарство выделяет из семян тыквы. Если добавить семена, лекарства будут выделиваться больше. Если найдете семена, приносите их мне. Хорошо. Это то же самое, когда в Dark Souls мы переносили души вот этих, как они называются, повелитель... Я хочу вас попросить. Что такое? Позвольте мне рассмотреть ваше лицо. Что? Белый след. Это родимое пятно? Нет. Тогда, видимо, он появляется на тех, кто обладает наследием дракона. Типа чешуя? Или, быть может, это... Симптом. Ты закончила? Да. У меня все. Простите, это было нескромно с моей стороны. Ну. Отдать семечко тыквы? У вас нет семечка тыквы. Я думал, у меня уже есть семечко тыквы. До свидания. Давайте теперь я ее рассмотрю. Констраст. Ну такое. Ладно, давайте сначала. Сходим сюда. Вдруг что-то будет. О, да, есть что-то. Легкий кошелек. Кошелек за небольшим количеством цен. Открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек принято. Так, оттягивать руку. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. Здравствуйте. Изи деньги. Подождите, так у нас все-таки деньги теряются или нет? Как я видел. А, смотрите, а у нас развилочки, 3 штуки, ребята. Что будем делать? Ну, хотя там он меч не достал. Так, я за то, чтобы отдохнуть, во-первых. Во-вторых, у нас есть левом. Ну, там лево. Левом, право и проход куда-то. Давайте проход куда-то. Я не знаю, нас... А он тут... Ага. Закрыто с другой стороны. Хорошо, я вас понял. То есть сюда нам пока что не попасть. Давайте думать по-другому тогда. Куда можно еще пойти? Лево либо право? Ну, не знаю, дверька открыта здесь. Давайте сюда сначала сходим, посмотрим, какие тут враги. Крюк. С помощью встроенного крюка можно забираться в недоступные ранее места. Также крюк позволяет подниматься на возвышенности. Над местами, за которые можно зацепиться, появляется длинный, круглый значок. Так, если этот значок стал зеленым, значит, так, местонахождение достигаемости крюка. Значит... Сюда нам точно нужно идти. А сюда?
А то у нас кто, мужик? Здоров. Ты что, нежить? А, показалось, у него просто маска отмена. Впервые тебя вижу. Как зовут? Что насчет тебя? Судя по виду, ты Синоби? Шиноби. Шиноби. Или, быть может... Прошу. Уважай мою скромную просьбу. Сразись со мной. Эй! А тебе норма? С тобой все в порядке, чел? А не, он жив. Я по-прежнему жив, как я и думал. И он все-таки нежить, как я и думал. Все-таки я не опознался. Чел, ты тоже бессмертный? Такое мастерство. Поистине встречаться редко. Мало кому удавалось убить меня так безупречно. Кто ты такой? Один говорят бессмертный, другие изъедены червями. Я не могу умереть. Вот ты живу. А что насчет тебя? Что привело тебя в эти развалины? Кажется, у тебя много дел. Скажи, а не хочешь попротивиться на мне удары? Это может пригодиться тебе в своем задании. Неумеревший противник может оказаться полезным. Считай, я доброволец. Неумираемый. Ну, давай примем. Хорошо же. Ладно, начнем. Говоря пока, мечом быстрее подходит время. Обучение, поговори. Давайте поговорим с ним. А ты заметил, что этот храм привлекает тех, кому некуда идти? Я вот точно из таких. Видимо, как раз поэтому. В ящике для подношения порой являются интересные вещи. Появляется. Обучение. Что за обучение? Отражение, уклонение отходом. Атаки. В таком случае я буду твоим противником. Сразимся еще раз. Я не хочу больше драться, стой. Я не хочу. Все. Нет. А, я понял. Хороший поединок. Ну, это не сказать. Возвращайся в любое время. Если желаешь упражняться, я к твоим услугам. Слушай, я хочу такую же маску, как у тебя. Не, понимаешь, что он все-таки нежить, да? Бля, как-то темно в игре. Нужна яркость. Ну, хотя это атмосфера, все такое. Так, ящик для подношения. Предметы, которые оказываются недоступными в других местах, являются в ящике для подношений. В смысле, доступным. Если ящик... Так... Подсвечен, значит, в нем появился предмет. Предмет из ящика можно забрать за пожертвование. За подношение. Ну, это, понимаете, подношение духом, то есть мы будем ложить копеечку туда. Ну, тогда все, у нас вариантов больше никуда нету. У нас, извините, только одно место, куда можно пойти. Так, давайте я на флягу переключусь. И будем отправляться. А, там ничего нету. Так, короче, полетели. Я одну вещь узнал. Все-таки не Шиноби, а Синоби, да? Потому что в японской, типа... В японском языке нету слова Ши. Вообще нету Ши. У них все Синоби. Синоби. Ладно, полетели. Блин, да, все-таки загрузка 100% процессора. Это херово. Скажи вам. А что наверху? Окраины Асина. Асина. Нет.
Тотемчик сохранения. Найденный идол резчика. Так, идол резчика, бла-бла-бла. Теперь мы можем перемещаться. Угу. Все, ништяк. Жизни. Это что, сила атаки? Опыт нам вообще не дали, походу, даже за то. Или это был тренировочный бой, хер его знает. О, что нашел? Ага. Леденец Унга. Леденец из храма Сэмпо, а недалеко, так, безусловно, Юнга. Временно снижает урон вашей жизни от физических атак врага. Так. Раскусив такой леденец и встав в стойку Унга, воин получает благословение духа. Духи — это кармическое посланники. Так. Раскусите леденца и примет свою карму. Таким конфетой разделяют, так, в честь воинов Асина. Ничего себе конфетка. Короче, ясненько. Блин. Я не знаю, типа, стоит начинать отсюда. Блин, там тоже за мной наблюдают. Внизу ж никого. Мне нужно рассмотреть все. В округе что? О. Почти, почти. Так, здесь никого, хорошо. Толстятина. Сбор трофеев с врагов. С врагов можно так на расстоянии собирать трофеи, различные вещи и деньги. Предметы, найденные в игровом мире, отличаются от трофеев с трупов врагов. Их собирать так на расстоянии нельзя. Ну, монетки. А... Как мне их собрать? А как мне собрать монетки? Вот, вот, вот они, вот. Я их вешу, вот они, летают. Настройки, клавиатура. Так, мне нужно... Угу, камера. Атаковать, использовать инструмент. Протези. Так, блок, крюк действия, удерживать. Взять, использовать предмет. Удерживать. Типа мы насос какой-то юзаем, я понял. Фигово сделано. Лучше подбирался бы автоматически, когда мы к нему подходим. Короче, просто мне нужно за... нагрузкой цепи следить, да и все. Так, глиняный осколок. Глиняный черепа звучит так, разбивающийся при падении. Бросьте в сторону врага, чтобы привлечь его внимание. Мальчишки Асина любили бросаться и разбивать такие черепки. И также, став взрослыми, они не забыли и старые игры. Тихо. Я стелсятин. Я люблю играть в игры стелсы. Вот у меня такой вариант. Я могу типа подняться и грохнуть его. О, все, не надо грохать его. Он сейчас пойдет, и его такой... Нет, не. Такой, не, просто, как нехер делать. Только здесь очень странно это собирать монетки. Ах, подожди, так ты тут не один был? Подожди, я вообще его потерял. А, вот он.
Не-не, можно вниз? Мне нужно поднять кнопку спрыгнуть. Спрыгнуть где-то. Потому что если я сейчас спрыгну, меня заметят. Так, рывок. Встать, присесть, уклониться, рывок. Где это захватиться? F, крюк. Может, F удержим? E. Хватиться. Как мне спрыгнуть? Ты чё, больной? Так бы он меня сейчас еще услышал. Я не понимаю. Медленное перемещение, уклониться, рывок, двигаться вперед, рывок, присесть, взять. Так. Привязка, сброс камеры, захват цели. Управление камерой, бла-бла-бла. Сменить предмет, выбор инструмента, не то. Атака. Использовать. Может, контр... Сейчас попробуем. Нет. Подожди, уклонение... А, уклонение рвок. Ой. Это изи. Ну, то есть я могу даже на таком расстоянии, да, все это делать. Ясно, отменяется. Так, там есть один. Мы же с вами щиноби. Итак. Так, тихо. Расследование. Двое там. Изи. Так, предмет. Так, ну, глиняный осколок, это ясно. Прикиньте, вот тут будет место, где именно стелс, чисто стелс. Будет шикарно. А, внутрь мне, то есть, никогда не попасть. Это мне, возможно, и забрали. Жаль. Так, здесь проходов нету. Так, смотрим здесь, чтобы меня не запалили сзади. Ага, здесь у нас собаки ходят. Подожди, это не меч у него? У него ружье, что ли? Если собака заметит. Вот это он мог услышать. Разбивающую херь. Опа, пепел. Опа, пепел. Опа, дрожжи. И наверх. Да, это тоже злой NPC. Так, я вижу сохранку. Во-первых. Больше ничего тут не лежит. Блин, мне что-то кажется, что наверху может что-то да и быть. Ну, фигня в том, что нам туда нельзя залезть. А не, можно, смотрите. Вдруг я что-то там секретное найду. Тихо. Ня, нихера. Ну, тут можно рассмотреть, что нас ждет дальше. Так, мы пройдем сейчас по пути. Мы, походу, туда, да, идем? По прямой.
Может, я что-то упустил? Ладно, плевать. Так, сохранка. Ой, сейчас же враги воскреснут. А, ладно, все равно. Ну, это собака меня услышала. Это что, петух? Фух, куда-то я провалился, не туда. Взять. Колесо для сюрикенов. Опа, механическое устройство, создано гениальным изобретателем Догеном. Нужно установить в протез Синобис. Так, само колесо размещено с... с размером с ладони. Но в него можно вместить... Но уделен так много сюрикенов. Хорошо, пример того, что можно достичь соединения опыта механизма и стальных... И талантливого синоби. Фу, я подумал. Так, установка инструментов в протез. Так, это он нам говорил, нам нужно будет вернуться. А, это вот эти ведьмы. Слушай, хочешь, что прикиди... А, их там двое, ё-моё. Так, слушай, а могу я как-то к тебе не идти? Спасибо. Ой, эй, ты чё, петух? Ни хрена себе, птички. Впервые таких вижу, окей. Ты что-то защищала? Кажись, нет. Ну, типа прохода, да. Так, это у нас уже сильный враг. Потому что... А, у меня только через... О, там что-то лежит хорошенькое. Ну, то есть это, короче, знаете, полубоссы, с которыми и можно драться, а можно не драться. Дрожим. То есть здесь уже выбор идет за мной, как я понял. Не, я как бы тот предмет пойду заберу, только мне нужно очень-очень сейчас все сделать по-тихому. Тут больше никого ж нету. Так, втихаря. Иду. Оп! Тихо. Эй, нечестно. Я был не готов. О! Тихо. Вот это хорошая атака, я понимаю. Тихо, ноги. Зря я все-таки, да, на него напал. Давай. Давай, у него уже минус стойка. На! Так, бусина из чёток. Бусина от чёток. Если противник 4 таких бусинок к идолу... Так, слишком музыка громко. Бусинка от чёток. Если принести 4 таких бусинок к идолу, резчиком, а можно увеличить максимальный запас жизни и концентрации. Сейчас у вас всего лишь одна штука.
Семечко тыквы, семечко, из которой можно повысить сочетание воды с его помощью, демон может увеличить максимально. Я вообще не пожалел, что я его все-таки грохнул. Вообще ноль жалости. Подожди, а, это у меня аж зацепится точно. Я просто думаю, что у меня за кнопка это. Но он, по идее, на один раз, он появляться уже не должен. Так, улучшение выносливости. Ага, значит, все это можно сделать здесь, да? Переместиться. Дорога в замок. Окраина Осина, разрушенный храм. То есть, окраина Осина — это все телепорты, которые здесь, да? Давайте выжженное место. Я хочу попробовать. Если что, мы просто фастом быстро все этот момент пролетим, если нужно будет. Да и все, я хочу улучшить первую перчатку, что нам Сюркина дали. Второе, хочу улучшить себе этот килочку. Так. Вот я нашел один. Инструмент Шиноби. Да. Я же сранил твой протез клыком. Установлю в процессе разные инструменты, ты можешь менять вид своего оружия. Давай, давай. Краши щиты, убивай быстрых врагов издалека. Чем больше устройств, тем больше способов разить врагов. Если нужно когда-то убить стига, можно подыскать оптимальный способ. Только и всего. Похоже, ты хорошо разбираешься в этом протезе. Надо было мне упокоиться. А чем больше я говорю о кровопрелизе, тем больше демонический получается, что там. Давай сюда. И установлю это на протез. Показать протез. Установить протез. Так, установка инструментов протез. Встроенный сюрикен. Так, встроенный сюрикен. Инструмент для протеза на основе колеса для сюрикенов. Расходует эмблема духа. Эмблема духа, окей. Позволяет один... Так. Одним плавным движением извлечь... Так, сюрикен и мини, так, бла-бла-бла. Ага. Встретить наброшенный сюрикен снижает запас жизни и концентрацию противника и наносит огромный урон врагам, достигнутым в прыжке. Ну, типа, у нас оно есть, почему бы нет? Все, да? То есть, я установил? Или нет? Да, встроен. Все. То есть... Да, кстати, насчет того Будды с добрым лицом. Смотри, не балуйся с ним. Так, сюрикенчики, окей. А, дух это имеется... У меня их ноль, слушай. Так, давай тыковку. А, теперь два есть. Эмблемы духа. Эмблемы духа используются для активации инструментов в протезе и других способностей. Так они расходуются при применении способностей. Эмблемы духа можно получить из пробужденных врагов, находясь в врагах, так, в игровом мире, и приобретать последователям идолов резчика. Они притягивают к вам автоматически. Хорошо. Хорошо, что пришел господин Волк. Так, слушай, мне отдать семечко нужно. Да-да-да. Это семечко тыквы? Yes. Давай его сюда. Помести семечко в флягу. Отлично. Теперь лекарство в вашем фляге будет выделяться больше. Так, увеличение макс количества применения фляга с эликса. Какой стороны лекарства? Вы находите? Впрочем, вам виднее. Главное, чтобы оно помогало, а уж странно или нет. Так меня учили мой настоящий Дакен. Понятно. Если найдете еще семечко, тогда, пожалуйста, несите. Так. И тогда постараюсь сделать так, чтобы лекарство выделяло еще больше. Все, изи. На свидание. Так, все изи. У нас теперь и сюрикены есть. Замечу, что их нельзя убить. А, всего можно 15 их, видите, получить сюрикенчиков метательных. Воспоминания. Так, нам еще воспоминания где-то нужно искать. Купить эмблему духа. Окей, тихо.
притом, отдохнуть. Давайте отдохнем, во-первых. Дальше, переместиться. А, как... Ага, все, понял. Да, все-таки одна находочка такая, это значит один телепорт. Ну, смотря что они там очень близко были друг к другу, ну, такое на самом деле специфическое. Концентрация смертельного удара, цель шиноби. Шиноби, блин, я говорю. Синоби. Так, наверх. Ай, слушай, а тут что, опять мешок появился? Нет, он, кажется, пост уже. Так, петух. А да, это все-таки типа полубоссы. Видите, его больше нету здесь. Взять предмет. Взять предмет. Так, пригорстка пеплом. Так, полетели. Делаем сначала разведочку. Опа, там что-то есть. Так, ладно, туда я попозже приду. Угу. Разберемся, который сначала наверху. Ай-яй-яй, меня заметили. Ух, тихо. Уйти, уйти, уйти от преследования. А чего вас там так много? Так, все, они, по идее, меня потеряли. Да. Ага, я могу еще ниже спуститься. Так, хорошо, у нас там есть, кажется, одна из вот этих птиц. Да все, вы меня потеряли, ребят. Вы что, теперь трем будете там стоять? А я знаю, что сделаю. Ребят, я иду к вам. Они серьезно оттуда не уходят. До свидания. Оп, 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 оп. До свидания, до свидания, до свидания. Оп. Ха. И все, и все. А что вы сделаете? Вот черт. А этот меня нашел все-таки. Что-то ко мне. Да все, вы меня не видите, алло. Они сейчас, короче. Все, они меня не видят, они меня не видят. Сейчас я их потих. Блин, а как они меня услышали? Или тот дал сигнал? Нужно было тогда того вырезать сразу. Фу, тихо, этот мог меня увидеть. Он ждет меня, видите? Мне какие-то NPC немного туповаты. Ну не NPC, а враги. Ха-ха.
Легко. Блин, непривычно просто, что... Так, я скоро... Next level получу. Так, еще глиник. Так, двое ушли туда. Просто проверяю на то, что и тут никого нету. Так. О! Во-во-во-во-во! Ты что еще за хер? Да зацепись ты! Что это за громила? Черт. Вот черт. Ладно, убью этого, убегу. До свидания. Кошаки там дерутся, блядь, и на меня тут нападают. Я не понял, а кто тут был за здоровяк? Вот это что за херовина, он ходит с молотом. Мне кажется, если он меня раз хоть прошибет, то GG. Просто, понимаете, я не хочу заново все это пробегать. Походу, ему тоже нужно один. Я без понятия, что это за здоровяк. Так, шар трофеев. Трофеев. Шар Нибу. Мибу. Наполняя водой, так, первоисточника, благословенный на богатство. Фу. Если полностью так зеленый шар Мибу наполненный, то на него попадает эта вода. Но когда попадает на эта вода, временно будут чаще находиться предметы. Жители Остина считают, что вода... Первоисточника сама по себе достойна поклонения. Хорошо. Вот это вот громила. Это было опасно. Шар богатства. Так, шар Мибы, наполненный водой. Так, первоисточник благословенный на богатство. Если лопнуть золотой шар Мибу и... Так. Помолиться... и помолиться, те, на котором попадет эта вода, примерно будут получать больше денег. Жители Осина считают, эта вода первоисточника сама по себе достойна. А мне вот интересно, это типа аналог этих или нет? Инструменты. Так. С собой. Что она вообще делает? Шар, шар, шар. Ладно, пока не буду их использовать, пока просто побегаем, посмотрим, где что. Ты что-то сторожил или ты просто здесь стоял? Чтоб меня вот так напугать. Походу второе. Нужно смотреть, потому что вот, видите, здесь, допустим, оп, местечко. Там можно проесть. Проесть. Здесь можно все проесть. Видишь, все-то все-таки где-то что попрятали. Я уверен в этом.
О, это ты, Иноски. Сын мой, ты ведь молодого господина? Я не ваш сын. Ну вот опять ты, Иноски. Вечно ты дразнишься. Пусть я и стара, но мать сына всегда узнает. Впрочем, ладно. Возьми этот колокольчик. Это талисман, я сделала его с мыслями о юном господине. Прошу. Преподнеси его Будде. Опа, Будде. Колокольчик Гнагура. Амулет колокольчика от старой женщины. Она попросила так. Принеси это в дар Будде. Такие амулеты так дают владельцам защиту Будды. Считается хорошим так тоном заполучить так чужой амулет. Предпонести его будет от, так их имени. Рассказывать, как это делается, может расщик в разрушенном храме. Хорошо. Отлично, это походу что ценное. Довольно ценное. Ой, ебучий петух. О! До свидания. Фух. Да, вот это было нужно мне напугать. Эту шара. Странный. Поговорить. Кто здесь? Тут кто-то есть? Ответить. Да. Этот голос. Нет. Неужели? Послушайте, меня зовут Иносаки Нагами. Я валом себе хитрый и по крайней мере был им. Я хочу попросить, вы не могли бы проведить старую женщину в том доме? Она моя мать, но ум у нее уже не тот. Она людей не различает. Видел твою мать. Она дала мне колокольчик. Правда дала? Благодарю вас. Она уже давно из-за него беспокоилась. Все время бормотала что-то про... Чтобы преподнести его Будде. О, хорошо, изи. Господин, это ведь снова вы? Спасибо вам, что навестили моего. Она уже давно из-за себя не беспокоилась. Все время бормотала что-то про... Подожди, ты что там не умирай? Подожди, я твоего сына увидел, эй. Бабуль. Давай, может, скажем. Иноски, сын мой, ты принес колокольчик Будде? Ты заходил в разрушенный храм, где живет тот упрямый резчик? Там ты наверняка найдешь Будду. Так это я знаю. Так, я хочу посмотреть, что еще здесь есть. Как здесь ничего нету? Как вот здесь ничего не спрятано? Он, походу, бесшумно, да, бегает? Снова ни хрена. Мы будем каждый уголок лазить, потому что это, типа, она Dark Soul. А в Dark Soul всегда ценные вещи лежали где-то. Поэтому... Задание. О, вот это уже что? Откуда? Откуда ты заметил меня? Алло. Я ж уже ушел. На как у меня? Хера ты наводчик там. Как он меня вообще заметил? Это по мне было? Хорошо, теперь я понял, что ты опасен, чел. Тебя убью, прежде чем куда-то идти. Здесь тоже ничего нету. На горе. Здесь есть. А, тут поговорить можно. Торговец. Не желаете купить подношение? Подношение? Именно так. Я продаю предметы, которые подносят мертвым, чтобы они покоились с миром.
И сделай мне, чтобы мертвых повидали. Немало. Давай же, купи подношение. Купить предмет. Ну, допустим. В смысле, я могу купить маленький мешочек денег. Кошельки за большим количеством сцен открытые. Ясно. Подожди, а где подношение? Петарды Роберта. Дрожже, порошок противоядия. Помощь с противоядия создает обитателям так апазантолины. Снижает отрицательный статус яд. И временно повышает сопротивление ему. Вот так. В опустившейся долине есть ли... Так. Есть залежи магнетита, но в почве много яда. Все, кто хочет добыть там руду, должен иметь с собой противоядие. А леденцы, леденцы, маленький рюкзачок. И это все, да? А продать предметы? Не очень много. Где покоится там наш брат-торговец? Они словно воры. Как бы вас ни нажила судьба, не забывайте взять с собой подношение. Окей, старик. Говорил. А, ну это вот тут, помните, что типа я видел? Держу в курсе. А я его, в принципе, могу убить, но... Какой смысл? Не хочу его убивать. Он хороший. Так, я что, типа, от падения не умею? Вон там еще что-то есть. Давайте в темку. Так, мне кажется, мне нужно его грохнуть. А, смотрите, я могу туда попасть. Тихо. Так, леденец. Я вот туда вот хочу попасть. Хорошо, что здесь не автоматом, как в Dark Souls, ты умираешь. То сейчас было бы мне уже GG. Его нужно грохнуть. Если я залезу... Хотя, может, он меня не увидит. Пожалуйста, не увидь меня. Нужно его грохнуть. Говнюк. Так, черный порох. Это черное вещество, основанное так ингредиентом пороха, используется для алхимического улучшения протезов, в том числе тех, кто связан с взрывами и оккультными техниками. Даже самое простое типа пороха можно найти массу применения. Так, у нас уже 40 минут, в принципе, игры прошло. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас в округе. Мне бы сохранку найти, на самом деле. Так, там что-то есть, хорошо, там подсвечивается. Там у нас тоже... Опа, ткань. Я знаю, что это ткань. Из трейлеров там змея должна быть. Ну, типа, не там именно, а именно ткань. Змеиная кожа. Не-не, давай, спрыгиваем. Так, теперь делаем вот как. Не-не-не-не, я все, я передумал. Ребят, все, все, до свидания, до свидания, до свидания. Ну, зацепись, ты че, дурак, дурак что ли? Короче, это очень опасно, давайте я лучше свалю отсюда. Я передумал.
Может, дрожжи заюзать, чтоб не убили. Плохое у меня предчувствие насчет вот этого дыма. И на то, что меня могут сейчас грохнуть. Давайте, короче, спустимся куда-то. Вот сюда, например. О, нифига, тут много вещей. Шар трофей. Шар трофей. Железо. Блин, я железный. Скорее всего, это для пуль. Быстро ты не можешь, да, передвигаться? Чувствую, нужно дрожжи. А, то есть я не падаю. Чувствую, лучше дрожжи заюзать. Пока что. Пока что заюзать дрожжи. Какой шанс того, что я достану его? Давайте попробуем. Фух. Опасно. Так, там что-то есть. Хорошо. Бля, я сейчас просто не знаю, куда я иду. Это может плохо отразиться. А где сохранки? Хочу сохраниться и закончить. Так, там двое. Меньше врагов, мне лучше ведь. Изи. Все. Здесь останавливаемся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.